Здравствуйте, я Наталья Некрасова, соавтор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машинки с нуля. Сегодня у нас с вами посиделки. Сейчас я проверю звук. Звук есть на всю. Так, мы смотрим чат. Отлично, звук есть, видео есть. Все, я вас вижу, слышу. Я надеюсь, что вы меня тоже, потому что, судя по дублю, все нормально. Сегодня я одна, Светланы у нас нет, поэтому мы немножко нарушаем порядок проведения наших посиделок. Мы сразу начинаем вязание. Розыгрыша я тоже проводить не буду и рассказывать, что мы вязали, тоже не буду. Поэтому следующий вторник Светлана будет уже на месте, будет рабочий режим и все пойдет как обычно. А сегодня мы с вами вяжем квадратное изделие, которое у нас в итоге получится совершенно круглым. И мне очень нравятся такие фокусы с таким косым вязанием, с непонятным, как выполненным оформлением. В общем, я думаю, что сегодняшнее изделие вам тоже очень понравится. Это будет топик. То, что очень кстати, потому что, не знаю, как у нас жара невыносимая. Я, честно говоря, просто еле сижу. И вот от одной мысли надеть вязаную вещь становится еще жарче. Поэтому, ну, лето у нас не вечное, но я думаю, что подобный топик... Что представляет из себя наш сегодняшний топик? Давайте разбираться с деталями. Сейчас все лишнее. Итак, сегодняшнее изделие. Добрый вечер, девчонки, девочки и девчонки, и все, кто как тебя видит. Так, почему-то меня... Не, все видно. Видео есть, все есть. Так, да, главное не делать резких движений, потому что немножко размывает. Ну, что делать? Качество... Сделать мы не можем. Как? Итак, что представляет из себя наше сегодняшнее изделие? Самое главное это понять выкройку, откуда что берется. Сейчас я вам об этом расскажу, потому что иначе будет вообще непонятно, что мы будем делать дальше. Наше изделие будет представлять из себя 4 прямоугольника. На 7. 7 и почему 40? 40 это длина. Она может быть абсолютно любой. Что мы вяжем поперек, не больше машинки. Ну, в принципе, такое же изделие можно вязать и вдоль. Изменится мало чего, но зато все пролезут в эту машину. Это диагональ. То есть основание треугольника. Получается, выискиваю то количество сантиметров сторон треугольника, чтобы диагональ соответствовала четверти вашей груди. Как это делается? Либо по умному методам Пифагора, либо по простому. Продолжаем. У меня 10 сантиметров основания. Вот треугольник прямой. Значит, на пятерку ставим на середину. И здесь должны быть вот меточки. Сейчас возьму ручку. 5 и 10. И измеряем высоту. Высота 7 сантиметров получается у моего треугольника. Вот этой вот стороны. То есть вот здесь вот 10, вот здесь получается 7 стороны прямого треугольника. Таким образом мы... Так, Татьяна Полежаева, сегодня мы вяжем топик спиралька с круглой кокеткой. Мы будем вязать круглую кокетку с вами из квадратных деталей. Так, выяснили, откуда берется 7. 40 – это длина. Ну, у меня длина, чтобы
немножко подлиннее было. То есть 40 не будет по прямой. 40, опять же, будет огибать нашу модель со всех сторон. То есть мы вяжем спираль. Поэтому после того, как я вам покажу, как выглядит моя модель, вы сами определитесь с длиной вашего изделия. А с длиной, шириной прямых участков мы определились. По расчету у меня это 106 петель на 26 рядов. Это важно, потому что 7 сантиметров – это 26 рядов и 18 петель по петельной пробе. То есть, зная, что у меня 7 сантиметров, я должна определиться с рядами и с петлями. Это важно. Мне нужно 18 петель. И после того, как я определилась вот с этими моментами, у меня 106 петель, 26 рядов, 18 петель, я должна связать несколько деталей, одна за другой. Причем это будет единое полотно, но связаны они будут так. Здесь у меня опять идет 7 сантиметров и опять 40. Опять 7 сантиметров и опять 40. Мы подобное что-то с вами вязали. То есть мы повторяем вот эту деталь 4 раза. И в итоге, и желательно ее делать полосатой, потому что здесь важно направление. Направление – это вот одна из основ вот этих вот всех дел. Потому что если не будет направления, то немножко смазывается все. И в итоге мы получаем вот такой вот элемент. Видите, 106 петель, 7 сантиметров. И поехали по здесь вот углы и здесь углы. И все, вот эти вот раз, два, три, четыре. Четыре элемента, открытые петли снизу сверху. Причем закрываем. По диагонали 7 петель здесь, 7, 18 петель здесь, 18 здесь, то есть 7 сантиметров. Но можете не закрывать сразу, закроем их по мере необходимости. Так, все, вот с этим мы разобрались с вами. Учитывая, что у меня полосы, полосатые, как полоски вязать, это вообще учить вас не буду, потому что каждый определяется сам и с размером полосок, и с их разнообразием, и вообще какие цвета у вас есть. Поэтому в любом случае у нас с одной стороны ровный чистый край, вот он пойдет вниз. А вот эти вот все протяжки, которые у нас в большом количестве присутствуют, они пойдут наверх. Вот эту часть с протяжками, с безобразиями мы с вами будем сейчас обрабатывать. Можно было бы, конечно, и пакетку связать и пришить руками, но я думаю, что гораздо интереснее все это создать так, чтобы мы сняли с машины готовые изделия. То есть мы будем оформлять все это, соединяя детали, то есть оформлять сразу. Это гораздо больший фокус, чем взять и нитками все пришить одно к другому. Итак, у меня есть деталь. Вот она, состоящая из уголков. Так, сейчас мы будем считать уголки. Сейчас подниму немножко камеру, чтобы повыше было. Получается, уголок раз. Вот эти 18 петель, 18 петель – это мои 7 сантиметров, 18. Я просто каждый раз акцентирую ваше внимание. 18, раз, два, раз уголок, два, три, четыре. Вот он, полноценный, полные уголки. Вот этот, который в середине, это наша средняя часть. Главное, не перепутайте, что вот он, средний уголок. Его мы не трогаем. Мы трогаем сейчас вот эту часть, вторую и четвертую. Вот раз, два, три, четыре. Вот. В середину не трогаем, берем один уголок и второй. И сейчас мы на них будем оформлять планочки. Потому что в таком виде, конечно, можно оставить, но это безобразие полное. Наша задача сделать так, чтобы изделие было красивым. А для этого нам придется все это закрыть. Закрывать и оформлять я буду сереньким. Ну, мне просто мне кажется, что это будет симпатичнее. Поэтому идем оформлять части. Одна и вторая. Середину не трогаем. Это важно. Итак, я знаю, что здесь 18 петель, и здесь 18. И вот эти вот 18 и 18 я надеваю на машинку вот таким вот образом, по прямой. Вот 18, 18, потому что 7 сантиметров. Четко надеваю. Можно немножко присобрать. На самом деле можно, потому что это пройма, их можно присобирать. Идем на машину.
собирать наши изделия. Закрываю игольницу, чтобы она не мешала. И достаем 18 и 18 петель. Относительно нуля можно. Так, пускай будет поменьше, чуть-чуть. Вот было 18, я для того, чтобы просто делать небольшую стяжку, возьму сколько там, 15 с одной стороны и 15 с другой. Не забудьте, то же самое мы будем делать со второй стороны тоже. Беру любую конструкцию какую, декер. И надеваем наше полотно, надеваем лицом от себя. Так, главное сейчас не перепутать, что мы именно надеваем. Так, середину я оставляю, беру края. Край 18, 15 и 15 от края, чтобы не... 16, пусть 16, точно. Туго, чтобы не было никакого. Девчонки, все периодически пропадает с интернетом, какая-то вообще беда сегодня. Я даже не... Ну, я предполагала, что будет не очень хорошо, потому что все-таки пятница, у нас народ возвращается с работы, первым делом не на природу идет гулять, а в интернет влезает. Ну, вот такие вот... условия нынче нашего проживания. Поэтому, но не думаю, что будет настолько нехорошо. Но я надеюсь, что вы все-таки поймете, в чем суть нашего изделия. Это самое главное. Потому что контролировать, потому что условия полу такие спортивные. Светлана, нет, некому следить за чатом, некому следить за звуком. Вот. Поэтому как могу, так... стараюсь проводить. Конечно, лучше по утрам. Ну, так, надеваю гребенку. И это просто планочка. Планочка, пройма. Поэтому провязываю 6-7 рядов. Только для того, чтобы оформить внизу наше изделие. Раз. Семи достаточно. Семь рядов. И поднимаем нашу планочку. То есть мы оформляем простейший подгиб. Самый простой. Так, петли слетают. Старайтесь всю бахрому и все протяжки, которые у нас только образовались вот здесь вот при смене цветов, убрать внутрь. То есть мы делаем так, чтобы у нас все протяжки, все смены всего, чего только там было, ушли внутрь. Для этого вот эти серые протяжечки и они полностью закроют все вот эти безобразия, которые у нас только получились в процессе нашей с вами работы. Это одна сторона. Сейчас мы то же самое сделаем с другой стороны. То есть мы оформляем проймы. Закрываете. Я надеюсь, что у нас девушки все вяжущие, и вы представляете, что именно я сейчас делаю. К сожалению, звук то появляется, то исчезает. Ну, я постараюсь хотя бы останавливаться, когда будет пропадать картинка.
Я просто надела протяжки серые на иглы и закрываю. У меня получается простейший подгиб. Самое главное сейчас, когда я буду закрывать. Вот у меня была игла, я ее запоминаю, потому что у меня второй подгиб. У меня же, отрезаю. И надеваю вторую деталь, точно так же оформляю подгиб. Вот он ровненько оформленный, ровненькая пройма, абсолютно идеально ровно выполненная. Все в телах моти, вот здесь они присутствуют, на пройме, которую мы сейчас с вами оформили, ничего нет. Она ровная, аккуратная со всех сторон. Это то, что будет видно. Так, теперь главное не перепутать вот эту вторую деталь, часть, это горловина, мы ее не трогаем. Мы переходим на третий уголок. Точно так же разворачиваю его изнанкой к себе и надеваю на эти же самые иголки. Делаю все то же самое. То есть я провязываю 7 рядов, надеваю протяжки на иголки и закрываю их. Получаю отлично оформленную пройму. Все то, что я закрывала, тоже наверх. Можно, еще раз повторю, оставлять открытые петли. Но они, ну, в принципе, вся деталь будет обрабатываться. Поэтому, если вы будете при вывязывании ступенек не закрывать, открывать петли, а набросовую нить их сбрасывать, тоже будет очень даже нормально. Меньше обработки, меньше телодвижений. И то же самое здесь. Все хвосты мы оставляем внутри, за целый петельный столбик. Надеваете деталь. И когда мы ее поднимем, закроем, ничего не будет видно. На самом деле, вот такие приемы, они, конечно, не то что непрофессиональные, они слишком быстрые. Если супер изделие вязать, то можно, конечно, пользоваться чем-нибудь более таким изящным. Но, с другой стороны, связав такое, если вы никому не расскажете, что здесь быстрый способ, никто и не узнает. Так, надели. Гребенку. И провязываем 7 рядов. Грузики снять, оттяжки снять. Протяжки надеваем обратно на изделие. Соединяем планочку. Это мы оформляем вторую планку. Сейчас у нас будет уже кокетка.
Видите, все очень просто. Самое долгое здесь это вывязывать основную деталь. Но с ней все очень просто. И именно поэтому на такие форматы мы, что можно показать, не показывать, вяжем заранее. Потому что если бы я при таком качестве еще долго-долго вывязывала с вами эти прямые полоски, мы бы тут 2 часа их вязали. А на самом деле вы прекрасно их свяжете самостоятельно без моего участия. Если такое изделие вам понравится. Значит, еще хочу такой нюанс сказать по поводу запросов видео. Если вы захотите запросить видео, будет что-нибудь непонятно, хотите посмотреть все как обычно для отчета, потому что следующий вторник у нас все будет как всегда. То есть это только сейчас такой экстрим, когда Светланы нет. Поэтому учтите, что Светланы нет, и она, никто вам видео не вышлет. Высылает видео только она. Поэтому заявку вы писать можете, но видео вы получите после того, как она приедет. То есть все действует как обычно. В течение суток после видео заявку можно написать. Все будет выслано, но только по приезду. То есть это будет где-то в понедельник. Все заявки, которые вы пришлете после суток, останутся без ответа. Все как всегда. Ничего личного и ничего лишнего. Так, оформляю, закрываю. С этим почти закончили. Самое интересное, конечно, кокетка. Сейчас мы ее и начнем оформлять. От жары я уже начинаю плавиться. Даже уже вечер, а не приносит прохлады. Такая же жара. Для нашего места, для нашего Петербурга, это совершенно нестандартная погода, необычная. Такое у нас раз, не знаю, раз 20 лет бывает. Чтобы такая южная жара держалась. Да так долго. Обычно я вам рассказываю, как у нас идет дождь и как у нас все разнообразно серое. Сейчас просто чудеса какие-то. Нравится. Жарко, но так здорово. Так, с этим закончили. Переходим к оформлению, собственно, круглой кокетки из квадратной детали. Так, вот они, две проймы, одна, вторая. Здесь вот кругляшок. Но прежде чем мы будем оформлять пройму, нужно связать одну детальку для того, чтобы было симпатично. Необычный, сейчас очередной необычный подход. Смотрите, у нас каждая деталь 18 петель. Мне нужно 4 по 18. 5. Подождите. Раз, два, три, четыре. Считаем, чтобы не ошибиться. Сколько деталей мне нужно? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. 6 по 18. 108 петель. Еще раз. Раз, 18. 2, 18 между углами. 3, 18. 4, 5. И деталька 6. 6 умножить на 18, потому что 18 это...
Ширина моей детали 18 умножить на 6, 108 петель. Итак, беру на машинке 108 петель. Это 54 с двух сторон от игольницы. И 50. Раз, два, три, четыре. 50. Раз, два, три, четыре. И начинаю вязать подгиб на пустой машине. То есть ничего не надеваю, ничего никуда не собираю. Все, у меня пустая машинка, и я на ней вывязываю простейший подгиб. Беру сбросовые нити, все как всегда. Мне стандартно чуть-чуть не хватает гребенки. Это бросовая нить. Это катушечная, которая также является разделителем между бросовой и основной. Дальше беру серую. Я буду оформлять серый. Я уже сказала, что по все планки, вся отделка у меня идет серым цветом. И провязываю, ну, 8 рядов, потому что здесь планочка будет немножко пошире. Там было 7 рядов, здесь будет 8. Собираю подгиб, пока ничего необычного не происходит. Так. Убрать оттяжки. Убрать груз. И открытые петли надеваю на машинку. Катушка отлично все разделяет. Ее можно, в принципе, даже сейчас не снимать, потому что она не утяжеляет вязание. Вот чем мне нравится катушка, а не кордовая нить, ее как будто бы нет. Через нее все отлично продолжает вязаться, и вот эта же бросовая нитка послужит оттяжкой. Потому что либо навешивать на основное вязание, мне придется гребенку, либо на бросовую нить, которая уже болтается. Ну, либо для тех, у кого есть щетки круглые, включаете эти круглые щетки, и они будут вам поддерживать вязание. Щетки круглые есть не на всех машинах, только на современных, ну, сравнительно современных, на последних вот этих Тиллерах, Бразерах. Поэтому они позволяют вязать без оттяжки практически любое полотно. Они, конечно, не для этого предназначены, но позволяют нам иногда не применять вот эти вот грузики и гребеночки, которые я, честно говоря, не сильно-то люблю после Невы. Я к ним очень тяжело привыкала, потому что Нева меня избаловала
Очень здорово. Я привыкла, что вообще ничего не надо делать, просто вяжете и вяжете, и все вот само держится, само складывается, проблем никаких. Конечно, каждая машина имеет свои нюансы, что является плюсом в одной, то является минусом в другой, и наоборот. Поэтому вот нет у нас универсальной такой машинки, которая бы вот во всем нравилась. Вот прям вот идеально. Что-то да лучше в одной, что-то лучше в другой. В данном случае, конечно, вязать прямые полотна предпочтительнее на нитеводах, потому что вам не надо контролировать нить, контролировать натяжение и прочее, все машинка делает, а Нева сама держит полотно. Большое ей за это спасибо. Ну, я здесь на даче без Невы. Мы приехали только с Сильвером, поэтому вяжем на том, что есть. И, в принципе, мне без разницы, что на той машинке вязать, что на этой. Когда привыкаешь, все равно, какая машинка. Так, я не сказала вам, что какой ширины у нас должна быть кокетка. Кокетка, высота вязания. Я сейчас буду вязать 15 рядов. Всего 15 рядов. Это ширина плеча или чуть больше. Меньше не надо делать. У куклы плечо 3,5, я делаю 4 сантиметра. То есть высота нашей 4 сантиметра, чуть-чуть больше, чем плечо. Из них, из этих 15 рядов, 4 ряда я уже связала. То есть я связала 8, но согнула пополам. Получается 4. 4 с одной стороны. 4 у меня будет то же самое с другой стороны. Уже 8. Значит, я должна буду провязать между вот этими планочками двумя 7 рядов. То есть 15 рядов вся кокетка, потому что 4 сантиметра ширина плеча. И между ними получается свободного вязания 7 рядов. Поэтому 7 рядов у меня пойдут розовыми. То есть кокетку я сделаю двухцветной. Обрамление серое, середина будет розовая. Поэтому серую я сейчас отрезаю. Она мне пока больше не нужна. Середину кокетки я буду 7 рядов вязать розовым цветом. На. Так, но не просто так. Я надела полотно. Сейчас груз. И навешиваю грузик, чтобы он оттягивал. И теперь самое главное. Мы будем соединять вот прямо сейчас наше основное полотно с кокеткой. Для этого считаю. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, восемнадцать. 18 здесь. Так, 18. Сюда. 2 сюда. Получается, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. Да, эти вниз, 18. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, один, двенадцать, тринадцать, четырнадцать, пятнадцать, шестнадцать, семнадцать, 18. Как распределяю? Середину я надеваю. Вот эту часть. Первые 18 петель надеваю, вторые 18 петель у меня остаются пустыми. Надеваю 18-18, предпоследние 18 петель пустые, последние 18 петель надеваю. Беру мое изделие. И пошли надевать его на машинку. Точно так же, изнанкой к себе, надеваем на свободные места. Вот там, где у меня уже произведена обработка, вот кокетка, это вот сюда пойдет. Его не трогаю. Одеваю раз. Эту часть я опускаю. Она как бы вот там, где у нас уже есть планочка, опускается внутрь. Два. Там, где есть планочка, опускается внутрь, и хвостик надеваем.
Еще раз, в принципе, можно было этого не делать. Можно было взять и пришить это все руками. Но мне кажется, что гораздо интереснее вот такой вот нестандартный способ. Вот вы молчите, ничего не пишете, не нравится вам, не нравится, либо у нас чат закрыт, я даже не понимаю ваши реакции, но мне кажется, что таких вещей вам вряд ли кто-нибудь покажет, кроме нашей избы вязальной. Так, надеваю, тоже за протяжку. Все хвосты у меня остаются с этой стороны. Часть, которая у нас обработана, не надеваем. Пошли в середину. Вот этот уголок средний, о котором говорила, не трогаем, когда делаем пройму на иголке. Так, ищу середину на нулик. Нулик. И постепенно распределяю. Если у вас много лохмотьев и проблемы какие-то, машина вот такая, может не провязать. Вот в чем еще отличие, опять же, машинки с ручной прокладкой? Она, с ней можно договориться, чтобы она провязала любые вот такие вот сложные ряды. Сколько бы у вас здесь не было протяжек и всякого-всякого, машина с ручной прокладкой при... имеет возможность это все обойти. Эта машинка, поскольку она автомат, она вяжет и вяжет, с ней не договоритесь, потому что внутри она делает операции сама, без вашего ведома. То есть как она там вяжет, мы не знаем. Машина с ручной прокладкой, у нее все на виду, и с ней можно такие вот сложные, конечно, конфигурации вывязывать. На нитеводах сложнее. Пропускаем оформленную часть, надеваем вот тот уголок, который у нас остался. Кстати, для тех, кто собирается к нам в школу в сентябре, напоминаю, что пока у нас действует очень такая хорошая скидка на обучение. Чем ближе к сентябрю, тем дороже школа. Ну, все как обычно. Пока все это со скидками, пожалуйста, пишите, записывайтесь в группу. И с сентября мы с вами начнем активно учиться. Если сомневаетесь, посмотрите на отчеты девчонок, как они у нас вяжут, какие работы присылают. Потому что класс школы – это не то, что вяжет мастер. Ни один мастер плохо вязать не будет. Класс школы – это то, что вяжут ученики. Тем более, которые пришли не из другой школы, не с опытом вязания, а с нуля. Вот когда нулевые ученики приходят и к концу обучения вывязывают шедевры, вот это действительно показатель хорошего уровня школы. Когда приходят готовые ученики, уже такие маститые, уже вяжущие, либо из других школ закончившие. Вот там, это, конечно, не сильный показатель, но каждый выбирает свой уровень. То есть есть школы для продолжающих, есть школы для начинающих. Мы исключительно для начинающих. Поэтому если вы боитесь машинку, не знаете, как к ней подойти, приходите к нам. Будем с вами разбираться и, уверяю вас, проблемы с вязальной машинкой на этом у вас закончится. Беспокоить вас они больше не будут. Итак, еще раз по поводу возможности машины. Эта машина, если я сейчас начну с ней провязывать, она просто зажует все петли, потому что все языки, вот они, врезаются в вязание. Поэтому, ну, так уж получается, что первый ряд я провязываю руками. Ничего страшного. И то
Я смотрю, мне надо контролировать каждый язычок, потому что вот они, все эти языки, просто врезаются в протяжки. Поэтому закрываю языки просто пальцем. И открываю их уже на вязание, чтобы они ложились на протяжки. Продеваю, прокладываю нить. И теперь я могу, это вот она подцепляет все равно. Теперь я могу провязывать вручную первый ряд, один ряд. Один ряд это немного и не так страшно, когда долго это неприятно. Когда один рядок, ничего страшного, можно гораздо хуже потом все это исправлять. Либо застопоренную каретку чинить. Так мы машинке реально помогаем. Так, ну вот эту часть все равно придется руками. К сожалению. Ну, хочу вам сказать, что это самое сложное из того, что мы будем вязать, потому что нам осталось провязать кокетку, сшить боковой шов и посмотреть, какой красивый результат у нас получается. Так, опускаю все петли, все языки на иголки. Поднимаю их на полотно. И после этого уже могу провязывать, у меня закусывать язык вязания не будет. Старайтесь все петли делать одного размера. Она пытается все это закусить, все эти протяжки. Поэтому, несмотря на то, что у нас машинка, ручное вязание в нашей работе присутствует постоянно. Кто особенно интересуется какими-то сложными вопросами, вот, частенько приходится работать ручками. Машинное вязание, это не значит, что оно неодушевленное. Это все-таки достаточно большой процент работы именно руками. Это, конечно, не крючок и не спицы, не до такой степени, но все равно частенько приходится машинке помогать. Так, самое сложное я сделала. Я провязала самый неприятный ряд. Теперь я могу спокойно достать все иглы. У меня провязаны петли. Оттяжка на полотне висит вон она внутри гребенка. Я перевожу каретку. Потому что у меня рабочая нить с той стороны. И провязываю. Но не 7 рядов. У меня же кокетка. Кокетка это сложная конструкция, которая предполагает. Сейчас оттяну. Закругление. То есть мне придется делать убавку в середине полотна. Поэтому сейчас я провяжу 4 ряда. 4, а не 7. И у меня останется еще 3. Так, плотность стоит, все. Все оттянуто, все. Висит. Раз, два. Один ряд уже есть. Мы провязали еще 3. Раз, два, три. То есть мы провязали половину кокетки. И теперь набросовую нить и снимаем и делаем стяжку. Как рассчитывать
стяжку можете, в принципе, померить по шее, какой на 4 сантиметра. То есть взяли детали, прикинули на себя. Посмотрели размер кокетки, где у вас примерно, на каком месте будет находиться вот эта вот кокетка. И просто метровой лентой по телу проложили, посмотрели, какой размер, какой объем вам, на какой размер вам нужно выйти полотна. Так, у меня... У меня это 70 петель. Итак, 108 минус 70, 38. Это, так, 108 делим на 38. Так. Два и 7. Каждую третью петлю я убираю стяжку на каждую третью петлю. Даже не буду ничего придумывать. Снимаю пока на брусовую нить, опять же, через катушку, чтобы было удобнее. Итак, если что-то непонятно... А, Татьяна, спасибо, да. Не отвлекаем, интересно, все видно, понятно. Спасибо. Мне все-таки очень важна обратная связь, потому что, может, я тут уже одна осталась, никого нет. Я рассказываю. Поэтому периодически пишите мне, что вы хотя бы видите, слышите, что вам все понятно. Иначе... При таком качестве вещания, интернета, может быть все что угодно. Так, снимаю на брусовую нить, она у меня тут валяется под ногами. Опять же, все на любимые струбцины. Я к ним так привыкла, что, заходя в строительный магазин, не могу пройти мимо этого отдела. Ну и 5 штук хватает, но вот эта вот жадность еще-еще, она, конечно, присутствует. Вообще с ней надо бороться, потому что 5 штук, 5 этих оттяжек, в общем-то, хватает на все случаи жизни. Так. Сбрасываю полотно, оно у меня сейчас упадет. Перевожу его сюда. Снимаю тяжку. Все это бахрому из прищепок. И продолжаем. Больше нам брусовая нить не понадобится. Нам будет нужна только основная. Сейчас я ее тут подвину. Надеваем петли. Все как всегда, каждую третью петлю мы сейчас будем убирать традиционным способом. Традиционный способ — это значит, что мы надеваем две петли на две иглы и третью петлю на вторую иглу. Так, ищу, где у меня. Вот, видите, наша планка. Так, я все сделала правильно, нигде не ошиблась, что очень хорошо. Лицом от себя, изнанкой к себе. И здесь случайно подтянула петлю, поэтому сейчас я ее подправлю. И надеваем. Одна петля, одна игла. Вторая петля, вторая игла. Третья петля, вторая игла. Одна петля, одна игла. Вторая игла, две петли. Одна петля, одна игла, вторая игла, две петли и так далее. То есть мы убираем треть. Может, это и грубоватая стяжка, но... На самом деле, не надо, чтобы вокруг шеи огромным полотном таким все это висело. Декольте огромным. У
Опять же, если на ребенка, можно и еще более жестко стянуть. Если на себя, пускай будет декольте. Смотрите все по обстоятельствам. Для кого вяжете и для чего вы вяжете, смотря что за изделие, опять же, получается. Но это явно безрукавка, это абсолютно четкая безрукавка с круглой кокеткой. Поэтому вещь летняя. Здесь вопрос только в величине этого декольте, потому что все остальное от нас не зависит. У нас есть объем груди, у нас есть... Это единственная мерка, которая здесь важна. То есть мы... Вот что у нас есть, такая мерка, ее и делим на 4 части. Поэтому все остальное мы будем корректировать кокеткой. Либо она будет совсем маленькая, тогда у вас огромное декольте, прям вот декольте-декольте, либо она будет достаточно объемная эта кокетка, и она закроет нам все до шеи. Но учите, если закрывать до шеи, там нужен, конечно, перерасчет, чтобы под горлышко все шло. Там может быть очень сложная конструкция. В данном случае у нас немножко не тот формат, чтобы вязать сложные конструкции. Мы вяжем простейшие конструкции, поэтому получаем то, что получаем. Изделие по одной мерке. Ну, по двум. Еще ширина плеча. Да. Объем груди, ширина плеча. Но ширина плеча, понимаете, она может быть больше, она может быть меньше. Опять же, хотим большое декольте, делаем не плечо, а бретельку. У вас немножко изменится вид. Так, рассказывать долго сильно не буду, мы когда посмотрим, что получается, вы сами увидите, в чем тут фокус. И как это все логично ложится. Почему у нас получается круглая кокетка на квадратном изделии. И изделие-то не совсем квадратное в итоге. Что-то подобное мы когда-то вязали, но оно было совсем, совсем в другом виде. То есть, если чуть-чуть что-то меняете, у вас получается абсолютно что-то другое, никак не связанное с предыдущим вариантом, что вот это вот мне очень нравится. Фантазия, фантазия, еще раз фантазия. Чуть-чуть осталось. В принципе, мы уже и к концу подходим. Изделие быстрое. Вот. Что мне опять же нравится в наших посиделках, что у нас все достаточно быстрое. Нету вот таких вот долгих, сложных форм. Все просто. Так, я провязала 4 ряда. Сейчас мне остается провязать еще 3. Ну, в принципе, можно и 4, потому что 15 рядов, 16 – это уже не суть. Понимаете, что тут ничего не меняется. То есть половину на основной длине, половину на укороченной. Так, закончили. Убрали все лишнее. Вот оно, наше полотно. Гребенку. И 4. Сколько это? Так. Хотела провязать рядов.
Раз. Два. Три. Ну, что, будем, не будем? Наверное, не будем, потому что слишком широко получится. Посчитала 15, значит, оставлю 15. Все. Розовая мне больше не нужна, я ее отрезаю. Вставляю обратно серую, потому что мы делаем планочку. И те же 8 рядов. Ну, можно 7, потому что там будут загибы, уголки, чтобы не аккуратно легли. Чем меньше планка, тем она лучше уложится. Поэтому провязываю 7 рядов. Поднимаю ее и закрываю. Убираю из усов, чтобы не оттягивало мне. И теперь открытые петли, не открытые петли, а вот эти вот протяжки, которые у меня по ряду идут, серенькие, тоже надеваю на иголки. То есть я делаю обратную планку. Здесь все проще, потому что тут никаких лохмотьев, тут вообще ничего нет. Все вот прям вот само ложится. Закроем, нам останется только убрать все бросовые нити и сшить шов, потому что он у меня на открытых петлях. Открытые петли дают нам возможность, либо если слишком много полос, изделие прям полосатое-полосатое, пестрое-пестрое, можно и не руками, можно и на машинке собрать. То есть берете, надеваете на иглы и закрываете. У вас вот этот рубчик, который получается при соединении, он просто растворится в пестроте. Если у вас изделие однотонное, еще какие-нибудь сложные ниточки, непростые, то, конечно, сшивать руками. Руками – это горизонтальный трикотажный шов иголкой, который дает эффект отсутствия соединения. То есть изделие получается у нас как бы цельновязанное. Очень люблю этот горизонтальный трикотажный шов именно за вот такой обман, за эффект отсутствия швов. Поэтому поперечные изделия – это мои любимые изделия, очень мне нравятся. Так, петля. Все, закрываем, снимаем с машинки, смотрим, что получилось. Можно было, конечно, на розовом фоне тоже какие-нибудь полосочек понаделать, но, мне кажется, это уже будет чрезмерно. Потому что если одна деталь очень пестрая, должно быть что-то, на чем глаз отдыхает. Потому что если совсем в разных направлениях все, не знаешь, на чем остановиться. Это чрезмерно. Поэтому одной пестрой части вполне достаточно. В данном случае такая вот пестрая часть – это основная деталь, которая у нас пойдет спиралью вокруг тела обвиваться. Именно за счет того, что вот такое кривое вязание, что ж такое, петли летят, приходится всех
Ловить. Что-то плохо видно. Но если я включу свет, вам будет засвечена каретка, поэтому. Ой, игольница, поэтому. Свет включу сейчас, когда будем сшивать шов. Сейчас я посмотрю, сколько у нас времени, чтобы мы не выбивались сильно за 2 часа работы. И в зависимости от того, ну, в любом случае, горизонтальный трикотажный шов сшивается очень быстро. А изделие лучше бы, чтобы все-таки было бесшовное. Тогда вообще классно получается, необычно, непонятно, очень эффектно. Если вы будете вязать такой для себя, учтите, такой можно вязать и поперек, то есть в обычном долевом направлении, то есть получается, что к этому изделию поперек, потому что мы ограничены количеством петель. Можно связать эти 4 детали и сшить их, соединить их потом, потому что вот не для провязывания куклы понадобилась вся машинка. Это кукольный формат. Если взрослый формат, то никакой машины не хватит, это само собой. Ну, пошли за стол. И смотрим, что у нас получается. Все-таки включу свет. Было лучше видно. Итак, что мы с вами сделали? Мы сделали вот оформление нашей кокетки. Сейчас я снимаю все эти бросовые нити, потому что они уже ничего не держат, и они ничего нам не помогут, они только мешают уже. Катушку вынимать одно удовольствие. Если мы ее никуда не завязали, нигде не привязали, ни к чему, то она вынимается вот прям сама. Здесь я ее, похоже, где-то привязала. Ну, ладно. Все равно снять придется. Там с массой времени как-то, вроде как и сложное изделие, а вяжется очень быстро. Но учитывая, что у нас не было вводной части, обычно полчаса у нас уходит на первую часть посиделок. Сейчас ее не было, где-то так, собственно, в 1,5 часа мы с вами, ой, и уложимся с нашим изделием. Девчонки, не забывайте ставить нравится, не забывайте делиться. Пока у нас видео еще не закончилось, пускай как можно больше народу посмотрит. Потому что как только мы с вами закончим, я его закрою. И уже только под обещание связать. Все как всегда. То есть пока открыто, надо смотреть. Как только закрою, все. Так, первую сняли, теперь вторую. То же самое. Где-то я все-таки его привязала, ну ладно. Так, сбросы разобрались. Вот она кокетка. Вот она нам накрывает все наши детали. Все закрыто, все спрятано, все убрано. Узкая горловинка, широкое плечо. Так, и давайте сшивать горизонтальный трикотажный шов. Все-таки мне кажется, что в данном случае это оправдано. Поэтому берем
иголку и сшиваем. Так, самое главное в этом деле не перепутать, потому что если только вы перепутаете место сшивания, у вас все перекосится. Поэтому всегда бросовую нить мы убираем в последний момент. Так, вот здесь вот 18 петель у меня уже закрыты, значит, сюда. Здесь они открыты, вот они. Значит, сюда и получается. Так, сейчас я. Самое главное проконтролировать, что все верно. Ну, судя по всему, что здесь у нас кокетка соединяется, все оно так и получается. Да, и мы как раз выходим на вот эти вот закрытые петли. И здесь внизу у нас тоже получаются абсолютно ровные уголки. Все правильно. Мы ничего не перепутали. Начинаем. Нить идет. Здесь очень длинная какая-то. Будет короткая, добавим. Все внутрь. С одной стороны все внутрь, с другой стороны подтянули петли, нашли первую петлю, с которой будем зашивать. Так, все внутрь, чтобы ничего не мешало. Излишки можно даже отрезать. Так, раз нить идет отсюда, значит, первый шов, первую петлю мы берем с противоположной стороны. Подтянули все за катушку, нашли первую петлю. Первую петлю вставили, вошли, из второй вышли. Обычный традиционный горизонтальный трикотажный шов. В первую петлю вошли, из второй вышли. Самое главное поймать первые петли, потому что в процессе работы они частенько бывают затянуты. Ну и дальше катушечная нить нам позволяет не думать о том, где у нас там петли, где у нас не петли, они все отлично видны. Бросовая нить уходит внутрь. В принципе, не дольше, чем на машинке, если бы я надевала одни петли, сверху вторые петли, потом закрывала бы все это дело крючком. Ну, не дольше. А здесь я делаю швы, и у меня уже готовые изделия. Так, ну вот я так чувствую, что мне придется сейчас подпарить полотно, когда буду заканчивать. Включу утюг. А, не утюг, а парогенератор. Это для тех, кого я все время ругаю за работу с утюгом и акрилом. Потому что я не сказала, что летний топик мы вяжем из акрила. Опять же, не потому, что мы такие любители акрила, а только потому, что эта схема вязания вяжем мы на модель кукольную. То есть мы вам показываем, как можно связать для себя модель, и вяжем ее в макете, в масштабе. В масштабе мы предпочитаем акрил именно потому, что у него он легко вяжется на любой машинке, и у него отличная цветовая палитра. Когда вы будете вязать такое изделие для себя, естественно, это не будет акрил, особенно для летних топиков. И утюг, опять же, я начала с утюга. И вернулась к акрилу. С утюга, утюгом акрил лучше вообще не трогать. Он сразу приваривается. Паром можно. Обработка паром, она приветствуется, потому что вот такие вот края, они все-таки, если я сейчас буду на куклу это платье надевать, оно не будет красиво смотреться. Поэтому сначала я его подпарю именно паром.
И после этого уже можно будет убрать бросовые нити, все оставшиеся, все заправить, надеть на куклу и показать им, что же мы такое связали. Хитрое. Быстро доделываем. Ну, 100 петель не так много. Чего уж там. Еще раз, если вы вяжете такое изделие на себя, вы можете его вязать в ширину. У вас, если будут полоски, либо не полоски, может, их вообще не будет. Тоже эти полосы пойдут криво, потому что изделие у нас идет под 45 градусов. Вдоль вы вяжете или поперек. Поэтому, если вы будете вязать традиционно, вот, начиная от одной части, провязали, добавили еще, провязали, добавили еще, провязали, добавили еще, провязали, убавили, провязали, убавили, провязали, убавили, вышли на уголок. То есть в другой последовательности, но эффект будет тот же самый, ничего не изменится. Поэтому, в принципе, в таком варианте и взрослый человек, который проходит машину целиком, тоже пройдет. Ребенок пройдет однозначно. Если вы не проходите никаким образом машинку, вяжите 4 полотна отдельно и сшивайте их. Сшивать можно и на машине в том числе, если вам ленив вот такой вот ручной способ. На машинку надели. А можно связали полотно, сняли. Подвинули, связали полотно, сняли, подвинули. Тоже вариант. Уже смотрите, как вам удобнее. В качестве летнего топика вполне хватит 200 петель. Тем более, что тут кокетка еще добавляется. В качестве платья, конечно, нет. В качестве платья, если то, надо вязать эти полосы вдоль, такие длинные, вверх. И сшивать их уже ну, видимо, руками, потому что долевое сшивание на машинке я не сильно приветствую. Но вполне можно. То есть девчонки у меня вязали подобного типа изделия и сшивали, на себя вязали. Кстати, платье вот такое вот будет очень необычно смотреться. Пока лето, не упускайте возможность. В принципе, зимой тоже интересная модель. Так, ну я уже скоро дошью. Осталось немножко, сейчас пойду включать утюг. Генератор, простите, опять же, парогенератор, не утюг. Загибается, загибается во все стороны. Да, сейчас надо будет оторвать бросовый, тогда проотпарить, и вот этот шов, он тоже исчезнет. Потому что он сейчас выделяется двумя бросовыми нитками, да, которые там болтаются и утяжеляют. Как только мы их снимем, этот шов должен раствориться, его не должно быть видно вообще. Чуть-чуть-чуть-чуть.
Но это не самая сложная операция по сшиванию. Самая, на мой взгляд, сложная, не сложная, а такой вот требующий внимания, это соединение деталей и кокетки. Отделка вот эта вот, когда у нас руками пришлось провязывать, вот там, может быть, могут возникнуть сложности. Еще раз, если ваша машинка чего-то не хочет делать, не надо ее заставлять, потому что это железо. Если она не может что-то сделать, она и не сделает. Поэтому помогаем ей тем, что провязываем вручную, либо меняем технологию, либо еще что-то делаем. То есть, если машина что-то отказывается выполнять, заставлять ее не стоит. Это мы можем сделать что-то сверх своих возможностей. Машинка не может, она железная. У нее просто порвете язычки, ломаете каретку, и потом будете не знать, кого винить в этом. Потому что ремонт машин стоит очень дорого. Сейчас даже для Невы запчасти стоят недешево. Северянку где покупают, вообще не знаю. Нам очень часто звонят, просят для Северянки запчасти. Но мы этим не занимаемся, потому что другой завод. У нас детали только для Невы. Пятый, второй, четвертый, что и не важно. Для любой Невы у нас есть возможность достать любые запчасти, любые детали. Для всех остальных машин надо искать где-то на просторах интернета, не у нас. И, казалось бы, Северянка и Нева очень похожи, но они не взаимозаменяемы. У них только иголки одинаковые, все остальное у них разное. Потому что разные заводы и разные проекты. Так, ну вот я уже практически закончила. Тут вот совсем несколько петель остается, вот хвостик. Сейчас ставлю. Пока будет греться генератор, я сниму бросовые нити, чтобы отпарить уже без них. Тут несколько нитей болтается, бахрома, это можно убрать. Можно было убрать заранее, как только связали основную деталь, можно было убрать эти хвосты, торчащие во все стороны, и тогда проблема вообще не стояла. Но, честно говоря, не успела, вот не успела. Деталь связала, а хвосты не убрала. Чуть-чуть-чуть-чуть. И мы уже смотрим, что у нас получилось. Можно, конечно, нижнюю часть отделать каким-то образом. Я этого тоже не делала. Потому что, опять же, материал, который у нас, акрил, он не загибается при паровой обработке. То есть моя задача не платье на продажу связать идеально, сидящее, идеально выполненное, а показать вам схему. Мы показываем вам схему вязания, считайте, что она нарисована. На рисунках никто планки, подгибы и края не оформляет, сам просто рисует. Вот мы нарисовали вам такое платье. А все, с этой стороны закончили, и с этой стороны закончили. Так, все, иду ставить. Пока греется, снимаю бросовую нить. Да, вот наше платье.
катушку. Катушку оторвали, сама нить отвалилась. Генератор уже шипит. Сейчас я его одна. Ну, здесь хвосты требуют убирания, но мы их просто заправим вниз, потому что, в принципе, изделие готово, а такие мелочи, как убирание хвостов, вы прекрасно осилите без меня. Моя задача – показать вам платье. Так, и здесь остался. Да, катушку выдирать тоже какое-то время надо, но в любом случае это быстрее, чем выдирать нить, которая сама привязана к чему-то. Так, ну вот она, хвост у меня тут привязался. Все, иду отпаривать, надеваю на куклу, смотрим, что вышло. Самое интересное, потому что я делаю только макет, целое изделие я не провязывала. С вами вместе для меня это тоже сюрприз. И я надеюсь, что он у нас удался, что он у нас получился. Сейчас буквально секундочку, будем смотреть. Кокетка такая мелкая, что ее прям не подобраться. Кукольный размерчик тоже требует навыков работы. Чуть-чуть. А, я еще кокетку не сшила. Вот что еще не сделала. Но все равно на отпаривание это не влияет. Отпарим, еще проще будет. Да-да-да, не сшила. Сейчас сошьем. Тогда и нити все уберутся. Отлично, все сделано. Идем смотреть. Вот наше платье. Вот она, наша круглая кокетка на квадратном изделии. Все, получилось. Еще раз. Меня по ширине плеча. Можно длиннее. Короче, лучше не делать, потому что слишком короткая кокетка, это будет как бретелька. Но с другой стороны, может быть, кому-то именно бретелька и нужна. Все нити, все хвосты, все, что у нас есть, все, что нам мешает, лучше убирать в планки внутрь подгиба. Затянули, излишки отрезали. Внутрь подгиба затянули. Все, что тут есть, все, что мешает. Излишки отрезали.
Ничего мешать не будет. Так, планка. У меня может быть проблема с головой куклы, потому что у нее голова, прям скажем, не маленькая, поэтому зашивать не буду, чтобы голова пролезла. Вообще вот эта планочка вот здесь вот, конечно, зашивается. Я ее сейчас скалю. Булавкой и показывать вам буду. Имитирую сшивание. Сейчас такая голова умная у куклы, что не пролезает и наши модели. Приходится хитрить все время. Или разрезы делать, или делать вид, что мы шили, все складывать булавками, потому что голова не проходит. Что делать? Вот такая вот модель. Если у вас нет таких проблем, то и все гораздо проще. Так, так, это все уходит внутрь. В принципе, можно уже мерить. Ниточки можно убрать и потом по... Давайте уберу. Не будем мелочиться. Все, уберем, чтобы не пришлось прятать в процессе одевания. Хвосты осталось всего два внутри. Так, вот оно платье. Вот такое вот оно косое с кокеткой. Сейчас надену, будем смотреть. Кукла у нас пластиковая, поэтому тоже представляет некоторые сложности надевания таких вещей. Ой. О, голова пролезла, отлично. Сейчас я скалываю булавкой. Вот, кокетка сзади. И смотрим с пояснениями, что у нас получается. Так, вот она, кокетка. Идем смотреть. Показывать буду в полный рост. Так, берем куклу. Вот наше платье. Квадратное платье с круглой кокеткой. Вот так вот она выглядит со всех сторон. Кокетка круглая, платье квадратное. Когда мы определяемся с длиной изделия, обратите внимание, под 45 градусов, чтобы определиться, что вот эта вот длина, она небольшая. Но от точки и вот-вот-вот-вот-вот-вот туда-туда-туда-туда-туда, вот вниз, это 40 сантиметров. То есть... Себя надо обмотать по кругу, чтобы определиться, какой длины. То есть у меня платье достаточно короткое, но по прямой, если бы я вязала, измерив, то получилось бы, что оно вот вообще топик. То есть
Сложности именно в этом. Все остальное, опять же, ширина плеча. Вот она, ширина плеча, и мы получаем вот такого размера кокетку. Если вы видите, на уголках, вот на углу, на уголке вот этом, который мы с вами, идеально ложится круглая кокетка. Ну, идеально вот этот уголок. Сзади то же самое. Вот он уголок. Это идеальное укладывание, место для кокетки. Рука, пройма, ну, идеальная пройма. Обработали ее заранее, можно припосадить еще больше, тогда у вас совсем будет такая маленькая пройма. Я сделала припосадку небольшую, сделайте побольше, у вас тут уголок идеально сядет. То, что мы с вами сделали подгиб и под него все убрали, вот здесь вот получается, вот он, подгиб, видите, немножко отстает. За счет этого еще эффект такой интересный. И закрываются и с одной стороны рукава, и с другой. И в то же время мы одновременно все это соединили. Получили вот такой вот необычный. Круто получилось, Татьяна, да. Мне тоже нравится, на самом деле, потому что, казалось бы, что проще. Квадрат, квадрат, квадрат. И вот получается спиралька, потому что все вот, видите, все, вся она вот такая. Вот. Нет начала, нет конца. И за счет того, что мы с вами шили горизонтальный трикотажный шов, это действительно бесконечное изделие. У нее нету начала, нету окончания. То есть она вот такая вот вся, вот она. Куда ни возьми, она по кругу. Круг, 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 вообще все. Нигде не начинается, нигде не заканчивается. Кокетка круглая, идеально уложенная на наши углы, которую мы с вами так просто вывязали. Так, Вика, да, у кокетки как будто хитрое что-то делали, не с зубчиками, супер, да, все само собой, то есть еще раз две мерки, ширина плеча и объем груди, деленный на 4, больше тут вообще ничего нет, длину, ну, длина изделия тут тоже, либо это платье, либо это туника. Можно делать длиннее, но определитесь вот с размером выреза. Если вы будете вязать длиннее, больше у вас будет и рукав, такой а-ля рукавчик, крылышко вот сюда будет свисать. Немножко опустится основное изделие, само собой, но учтите, что при этом может заломаться уголок. Потому что здесь все-таки 90 градусов, а у нас кокетка круглая. По идее, должна лечь. Все надо пробовать. Поэтому, если вы надумаете вязать такое изделие, свяжите уголок и посмотрите, какой высоты уляжется кокетка уляжется на эти углы. Татьяна, замечательно, интересная модель. Мне тоже очень понравилось, когда мы нарисовали проект. У нас такая идея. Должно лечь, надо попробовать. Вот, попробовали, должно лечь. Поэтому, девчонки, пробуйте. Нет ничего того, что нельзя. Есть то, что нас ограничивают, это наши страхи. Как у нас Светлана пишет на каждой презентации. Не бойтесь, что не получится, бойтесь, что вы ничего не сделаете и не попробуете. Пробуйте, есть время. Пытайтесь, креативьте, нашли там идею, здесь идею. И у вас всегда будут вот такие вот нестандартные вещи. Вещь реально нестандартная, такой вот я не встречала нигде ни у кого. А вяжется, ну, по щелчку пальцев, очень просто. Все, я вижу, что вам понравилось, я тоже очень рада, что понравилось. Мне самой нравится, когда мне самой нравится, у меня обязательно что-нибудь, все получается, вот. Такое чудесное платье. Кстати, связать его можно на любую фигуру, я уверена, что оно скорректирует объем. То есть, смотрите, даже если в нем будет небольшой животик, этот животик будет скрыт направляющими. То есть они косят, тут глаза разъезжаются, и вообще не знаешь, на что смотреть. То есть платье корректирующее, опять же. Поэтому носить его можно на любую фигуру. Немножко поярче цвета, немножко помельче полоски и маленькому ребенку. Девчонки, я уверена, что вы будете вязать такое платье. Еще раз, если вам что-то непонятно, вы хотите получить видео под обещание связать, пишите заявку в течение суток. Все как всегда, только вышлет вам Светлана в понедельник не раньше. То есть вы получите эту запись на неделю, все как всегда, но не сейчас, а после того, как Светлана вернется. Тем.
Замечательно получилось. Спасибо, спасибо, девочки. Все, я рада, что вам понравилось, что у нас все получилось. И до следующего вторника. Я уверена, что свяжем еще что-нибудь интересненькое. Но с вами я встречаюсь в одиночестве еще в ближайший четверг. То есть в этот четверг, послезавтра, мы с вами на двух фантурных посиделках утром будем вязать очередную шапку летнюю. Поэтому приходите в 10:30, начинаем вязание интересной шляпы. Шапки, что получится. Что получится, мне самой интересно, потому что, еще раз говорю, у нас очень многие изделия идут на живую нитку. С одной стороны, мы обязательно готовимся, делаем провязки, макеты и расчеты, но с другой стороны, мы никогда не доделаем изделия до конца, потому что, что бы мы ни сделали, у нас всегда что-нибудь получится. Учитесь, вяжите, тренируйтесь, любите свою машинку, и у вас будет тоже. Что бы вы ни сделали, у вас обязательно получится. А с нами получится 100%. Ой, все, жду вас в четверг, будем вязать шапку, и на следующих посиделках, когда мы тоже чего-нибудь с вами накреативим.